спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Фарне». «Фарне» – большое поступление интерьерных напольных и настольных ваз разных форм и размеров от 40 до 90 сантиметров. Вазы – это изысканный штрих в оформлении и украшении квартир, загородных домов, офисов. Необычно роскошно смотрятся вазы, выполненные в одном стиле. Изящество и уют придают вазы с оригинальным внешним видом. Они преображают ваш интерьер и являются символом достатка и благополучия. «Фарне» – все лучшее для вас! Привет! Меня зовут Алексей, и я расскажу вам о погоде на 8 января. В столице Алтайского края ночью минус 26, днем минус 19. В Белокурихе ночью минус 20, днем минус 11 градусов. В Горно-Алтайске ночью минус 22, днем минус 11. И теперь перейдем к прогнозу погоды в нашем городе в Бийске. У нас переменная облачность, возможен небольшой снег. Ночью минус 22, минус 24, днем минус 13, минус 15. Удачи, счастья и радости в наступившем новом году!